Темиртау. Даже в обычном курином яйце содержится яд. А на детских площадках города необходимо срочно заменить песок. В ней тоже содержатся ядовитые вещества. К таким неутешительным выводам пришли чешские экологи, которые провели в Карагандинской области специальные исследования. Почему местные власти к выводам зарубежных ученых остались равнодушны, расскажет Людмила Батюшкина. Результаты, озвученные чешскими экологами, молодую маму Инессу Тхомане не удивили. Об экологии в Темиртау не говорил только ленивый. Но новость о том, что даже песок на детской площадке, где играет ее сын, тоже может быть опасен для здоровья, не на шутку насторожила молодую маму. Страшно вообще в целом. То, что у нас такой особой системы нету по защите нашего здоровья. И вообще в целом, что происходит, это все не открывается, не открыто. Наибольшая концентрация была на площадке, которая ближе всего к заводу «АрселорМиттал». Тяжелые металлы и диоксины, опаснейшие ядовитые вещества, которые называют химическим спидом, нашли на детских площадках чешские экологи в рамках проекта, который профинансировал Евросоюз. Первые пробы в Темиртау взяли еще в феврале, а исследовали их в Праге. Делали эти анализы по методе, которая дешевле, чтобы просто у нас были результаты информативные. Сейчас мы брали новые пробы, где уже будем смотреть более точно и по конгенерам диоксинов будет лучше узнать тоже источник потенциального загрязнения. По словам эколога, на темиртауских детских площадках оказалось столько же диоксинов, сколько в наиболее загрязненных промышленных зонах в Чехии. Более точные результаты будут известны через полгода. На металлургический комбинат экологов не пустили, но точно известно, что агломерационное производство – традиционный источник образования тех самых диоксинов. «АрселорМиттал» работает и в Чехии тоже. И наши партнеры по проекту успешно сотрудничают с таким же металлургическим заводом в городе Острава, тоже «АрселорМиттал». И там, в Чехии, ни для кого не секрет, что диоксины образуются на таких заводах, их надо контролировать, известные концентрации. В промышленных городах не должно быть голой земли, все должно быть покрыто травой. У нас, к сожалению, мы с этим сильно отстаем. Кроме этого, чешские экологи взяли на пробы куриные яйца из частных подворий Темиртау. В них также обнаружили вредные вещества. Но ученые решили провести повторный анализ, чтобы установить точную концентрацию. Между тем, по данным Республиканского центра гигиены труда и профзаболеваний, у темиртауцев, живущих в окрестностях промышленного гиганта, наблюдают проблемы со здоровьем, нарушение кровообращения, регуляции центральной нервной системы, у подростков отставание в развитии вторичных половых признаков. Однако, по словам экологов, казахстанские власти к выводам ученых интереса пока не проявили и подобных исследований сами никогда не проводили. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.